7.00. Конец связи. Цель захвачена. Черт, не водери! Цель захвачена. Высота. Ты все еще жив. Вставай. Давайте. Нам нужно торопиться, пока не прибыли поисковые отряды. У нас потери. Полсон и оба пилота мертвы, сэр. Зараза. Зона посадки не так далеко. Выходим. Б-6, говорит база. К вам летит АС-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. АС-130, да? Давно я на таком не летал. Сэр, с севера приближаются машины. Под мост, быстро! Выходим! Что за помойка? Стойте! У нас гости! Что здесь происходит? Вам чего нужно? Не надо разыгрывать из себя идиота! Мы знаем, ты их где-то прячешь! Прячем? Кого? О чем вы вообще? Там у тебя оглашение. Ладно, а? Прикончим этих ублюдков, пока ни старика не убили. Все чисто. Отлично, идем дальше. Черт, они нас преследуют! Укрытие! Живо! Противник с тыла! Ответный огонь! Газ, мы их задержим! Открывай дверь в подвал! Выполняю! Сэр. Все в дом! Быстро!
Что-то слишком тихо. Куда они делись, черт побери? Наверняка они сменили позицию. Пытаются отрезать нам путь где-нибудь впереди. Всем быть начеку! Держитесь, вертолет возвращается. Похоже, они не знают, где мы. Пусть так все и останется. Так, идем дальше. Быстрее. Стойте. На мосту впереди часовые. Следите за прожекторами! Шевелись! Вижу врага! Они в поле! Осторожно, вертолет!
в амбаре Стингера. Суд! Хватай Стингера, стреляй по вертолету! Быстрее! Черт, он выпустил сигнальные ракеты. Не так все будет просто. Соу, хватай еще один Стингер и открывай огонь! Устроим ему проверку! Черт, молодчина, Соу! Отлично, Соуп! Все ко мне! Выдвигаемся! Б-6, внимание! В ваш квадрат входит AC-130. Конец связи. Б-6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. Приказывайте. Боевой молот, огневая задача. У противника бронетехника и пехота. В 100 метрах к юго-западу от нашей позиции. Вас понял. Спускаюсь. Мы прикроем вас до зоны посадки. Вам лучше поспешить. Вас понял, боевой молот? Выдвигаемся. Конец связи.